отель Лондонская. Это мы уже с вами сходили к Екатерине, постояли в депорт, и вот идем в сторону Думы или мэрии, как угодно можно назвать. А кто у нас здесь живет? Ой, а что тут снимают? Мы в 40 кадров пришли сюда. Смотрите, что-то снимают здесь, кто спрашивает, смотрите. Видите, мы с вами попали. Отпускаем. И давайте еще раз. Еще раз тут сделаем. Надо ручной камерой. Я сейчас попробую общий план сделать. Вот так, видите, ребята? И я еще тут успела снять. Смотрите, справа стоят, снимают. Здесь из телефона, из такой профессиональной камеры. Здесь группа из 10 больше человек. Оп, видите? Вот для того, чтобы мы увидели красивый кадр, сколько людей в кадре должно работать, вернее, за кадром. Ну. Давайте пройдем, пойдем. Быстренько, быстренько, быстренько. Ну, все поняли, да? Это я в кадр попала, и ему парню сказали, чтобы меня убрать. И вот он меня так бегом-бегом вывел с кадра. А для того, чтобы нам эту красоту увидеть, сколько люди трудятся. Труд. Какой труд. Видите? Антисептик. Есть. Ищи, есть. Эта дама попросила антисептик, я не поняла, наверное, потому что она голубей держала или что? Пойдем в лицо? В лицо пойдем? Нелегкий труд, нелегкий. Я ж бегаю как репортер, пока меня сейчас не шуганут с этой съемки. Ну, вы знаете, если, конечно, ты не в теме, ты так и не поймешь, где это начало. Они же потом это все обрезают, урезают, монтажируют. Может быть, это фрагменты, но сама суть, что все бегут, вот эта вся группа передвигается за этой персоной. Ну, такая дама красивая, очень на лицо она такая приятненькая.
гляньте, все бегут. Она просто стоит, а эти парни все в круговую. Все, стоп, сзади, видите, вот там на том фоне уже все встали. У кого крупный план, у кого бокс, вид сбоку. Вот эти вот люди, которые на лавочках мы там проходили, снимали, это тоже все участвуют в этом мероприятии. А помните, недавно, кто смотрит канал Лена и Ваня, Лена ходила, съемки были фильма «Елки». Вспомните, как она в жару там в одежде, ну не в жару, в одежде в зимней стояла. Это вообще интересная вещь, съемки фильмов. В Киеве я когда в мае была, тоже сцена. Можно, пожалуйста, пока не снимать. Сейчас ага, все, 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 все. Пока не снимать. Поспешила не снимать. Ну, вы все поняли, что подошел человек и просто попросил, что как бы дальше снимать пока нельзя, он сказал. Ну, какой-то кадр такой был. Ну, просто поделилась с вами. Мне было это интересно. Думаю, и вам.